Предварительные итоги выборов президента России в Чувашии сегодня обсудили в Доме правительства. Цифры показывают, что по количеству голосов действующий глава государства превзошел результаты всех предыдущих избирательных кампаний. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Благодарю всех за работу, за то, что подходили ответственно и доводили все те поставленные задачи кандидата президента России Владимира Владимировича Путина до избирателей. Благодарен избирателям Чувашской Республики за то, что на самом деле пошли голосовать, проявили свою ответственность. Люди, россияне, проголосовали за стабильность, за достойное будущее наших детей. Когда в Доме правительства начиналась еженедельная планерка, в ЦИК страны подсчитали 99,75% протоколов. За Владимиром Путиным уверенная победа и большой отрыв от других кандидатов. Такого количества голосов действующему президенту не удавалось набрать даже во время выборов 2012 года. За президента Российской Федерации Владимира Путина отдали практически 56 миллионов избиратели Российской Федерации. Намного лучше показатели и по явке, и по качественным результативным показателям. Среди регионов Приволжского федерального округа, так можно сказать, мы на 6-м месте. Впереди нас Мордовия. Предварительные итоги выборов в Чувашской Республике выглядят так. За Владимира Путина проголосовали более 77% избирателей. За Павла Грудинина 12,3%. Владимиру Жириновскому удалось преодолеть отметку в 5%. На четвертом месте Ксения Собчак, на последнем Сергей Бабурин. Представитель Российского общенационального союза набрал 0,53%. В региональном избиркоме говорят, что в объективности результатов сомневаться не приходится. Ни на одном участке, нигде, в самой маленькой деревне, никому даже в голову не пришло, что можно там взять из кого-то вбросить бюллетень. То есть каждый человек пришел, проголосовал, а избирательные комиссии посчитали. Вот обратили внимание, как быстро на этих выборах шел подсчет. Вот это вот новые технологии, QR-коды, когда от руками не водили, все это сканируется, уже вот очень быстро все посчитали. Выборы президента запомнятся и высокой явкой. Более чем в 15 муниципалитетах проголосовали свыше 90% избирателей. Такой явки на выборах у нас в постсоветское время, вот в условиях новой России уже, не было никогда. У нас 76,23% избирателей приняли участие в выборах. Хочу отметить, что по явке мы до последнего момента, до 18:00, шли на первом месте в Приволжском федеральном округе. Я связывался со своими коллегами других регионов. Вот нынешние выборы показывают, что люди шли не призывом, вот идите на выборы, они сами заявили желание. С детьми, с семьями. И действительно показатели каждым годом лучше и лучше. Потому что уровень жизни развивается, улучшается, вернее, если так сказать. Люди это замечают. Выборы были проведены на высоте. Это отмечают и наблюдатели. Грубых нарушений не допущено. Поступило несколько обращений о нарушениях выборного законодательства. Также грубых нет. В настоящее время все они рассматриваются соответствующими органами. Жители регионов проголосовали за стабильность. Доверие к действующей власти необходимо оправдывать, отметил глава Чувашии. В приоритете повышение качества жизни граждан. Нужно встречаться. Я еще раз подчеркиваю, нужно сплачивать людей для того, чтобы добиваться общенациональных интересов Российской Федерации. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.